Это очень простая штука. Часть естественного процесса сна. Сонный паралич. Или как его еще зовут, синдром старой ведьмы. Ничего страшного в нем нет. Тело во время фазы быстрого сна погружается в состояние паралича, чтобы ты случайно не поранился, двигая конечностями. И вот ты открыл глаза и обнаружил, что не можешь двигаться. Это все твое тело. Можешь попытаться согнуть пальцы ног. Ничего не выйдет. Забудь. Просто расслабься. Это пройдет само. А теперь тебе что-то давит на грудь. Да так сильно, что аж дышать трудно. Бог знает, что у тебя там на груди. Оно тяжелое, очень тяжелое. Естественный процесс. Это все естественный процесс. Не надо пытаться кричать. Не сработает. Голосовые связки также парализованы. И все еще трудно дышать. Поэтому ты смотришь на потолок. Ведь больше смотреть некуда. По комнате порхают тени. Собираются фигуры, о которых ты пытаешься не думать. Когтистая рука, челюсть с кривыми зубами, мелькающая во мраке. Это все образы из твоего подсознания. Над тобой появляется лицо. Зловещий взгляд пустых черных глаз. Ты слышишь свистящий шепот. Злобное шипение, как у змеи, которую побеспокоили. Вдруг в окне проносится машина. Комнату озаряет вспышка яркого света, тени рассеиваются. На грудь больше ничего не давит. Ты снова можешь нормально дышать. Сжимаешь руками одеяло. Тебе кажется, что прошла вечность. Но на деле все случилось за одну секунду. Ты двигаешься просто, чтобы доказать себе, что можешь. Садишься, делаешь глубокий вдох, посмеиваешься над собой. Сонный паралич. Фигня какая-то. Ты поворачиваешься к жене, чтобы все ей рассказать. И снова чувствуешь онемение в конечностях. На этот раз сонный паралич тут ни при чем. Твой взгляд ловит кровь, неровная дыра в ее горле, широко раскрытые глаза и рот, застывшие в беззвучном крике. Ты пережил свой синдром старой ведьмы. Она нет.